Свободно продвигаюсь по Советской, и что я вижу? Кого я встречаю? Кошечка настоящая, да? Понятно. А вы будете какие-то движения делать, да? Прямо по буквам этим ходить? Одна девчонка может ходить по буквам, а вторая девочка, как котик, прыгает по земле. Да, ну, и я их вижу впервые. Да? Заодно показываю и вам. Вот такие кошечки у нас на Советской. А вы, девчонки, где-то выступаете, может быть, или вот откуда пошел этот образ котиков? Ну, просто так пришло вот на ум, да, как вот мы с куклами когда-то в детстве играли, так вы сейчас играете в котика, да? Котиков, да? А может, потому что у вас хвостик появился? Вот такой вот пушистый. Это паркур, только на четырех конечностях. Это, ну, когда ты загружаешь какую-то... Так это что-то спортивное у нас. А хвостики такие, где вы взяли красивые? А заказали, да? Ух ты, девчонки даже это додумались сделать. Ну, молодцы. И где такие хвостики можно заказывать? На Валберисе. На Валберисе, да? Вот это да, Валберис у нас крутой тоже. Как и девчонки наши. И к вашему сведению, повторять без тренировок не дозволено. Я тебя сниму. Давай. И будущие паркурцы, умирая со смеху, уже тренируются. Это была кошка?